Ну что, раз, привет, мы с вами продолжаем проходить Far Cry 4 и... Блять, что это такое нахуй? И, блять, и короче, в прошлой серии было довольно-таки интересно, реально прикольно сделано задание. Если не в прошлой серии, ссылочка в задании находится на плейлист, собственно, да, в полном прожении данной игры, Far Cry 4, и подсказочка, если компас можешь сказать, знак справа вверху находится, нажимаешь, тебя выкидывает, ну, тебя спускает в подсказочке, там будет прикреплено прошлой серии, и плейлист полного прожения данной игры, еще серии по другим играм. Если телефон, сможешь чуть ниже описание спускаешься, там все то же самое. Вот. С вами... Так понимаю, сегодня у нас с вами будет финал, скорее всего, в этой серии, потому что просто сказали после задания, сказали, что все, осталось только прийти к Пейгану. Получается, это финал. Поэтому сегодня мы поделим с тобой, типа, Кёрку сгоняем, к Лонгину, да, поделаем их задание, и тогда уже пойдем на финал. Поэтому, Саша, поудобнее надевайте плядик обязательно. Прямо сидит куш, прямо сидит куш, или пить воды перед этим просмотром, а мы, собственно, продолжаем проходить Far Cry 4. Так, ты прыгнул, если не просто так. Так, погнали. Справишься. Погнали сначала к Лонгину, да? Поделаем его задание. Бля, еще бы машина была бы здесь, знаешь, ремотик. Было бы не было. Было бы вообще неплохо, реально. Если спросишь, почему только их задание, Лонгина и Хёрта, ну просто для разнообразия, как минимум, да? О, посмотрим, что там за задание, как минимум. И пойдем на финал. Я говорил в предыдущих сериях, если ты не смотрел. Повторюсь еще раз, да, очень кратко, что у меня нет задачи, у нас нет с вами задачи, в принципе, у меня нет такой задачи, и у нас с вами нет задачи, чтобы прям полностью пройти на 100% всю игру. У нас есть с вами задача пройти игру сюжетную, да, то есть все пройти, и там по мере возможности проходить там какие-то доп. Задания, но в целом на 100% проходить игру я не собирался и не собираюсь, поэтому как-то так, это так. Раз, два, три, четыре, шесть ячейки здоровья у нас с вами. Ёпта. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Ну, смотри, уже почти приехал, ребята, если что. Мне интересно, что будет в финале. Интересно, дадут выбор какой-то или что? Или просто нужно будет, ну, типа, так злосчастно сделать, то, что они говорят. Ну, типа, для меня это как-то бред, на самом деле. Я думал, все-таки будет выбор, потому что, по идее, то, что было, ну, в начале, что нам давали выбор, да, остаться, либо уйти. Я думаю, здесь то же самое будет, какой-то выбор нам дадут. Определенный. Думаю, нам дадут с вами выбор все-таки. Мне так кажется. Может и нет, посмотрим. Я готов. Ого! И думал Господь, кого послать? И явился ты. И сказал ты меня, Господи! Рвение твое поистине радует меня, но Господа оно радует еще больше.
есть еще одна заблудшая овца. Действуй! Найди, проследи, принеси бриллианты. Устами младенца. Воистину обрел ты силу отмстить врагам своим. А это какой стих? Слово Божье приходит к нам разными путями. Где же ты? Ну, ладно. Здесь вижу такое здание, типа, реально, найди, найди, отащи, найди, принеси, блядь, то есть такая банальная хуйня, и как бы, ну, не особо интересно здание, просто найди, принеси, все. Да, ну тут снайпа прям очень хороший. Очень хороший снайпа. Хуйня, блять. Бля. Что? Ладно, let's go. Где там снайпер, блять, стоял? А, вот он, смотри. На, блять. Правда? Стрелять!
Бля, бать вы крыса нахуй. Да, я давайте. Тебе, я тебя вижу, козлина. Я тоже вижу, блядь. Обыщите тут все. Принято. Не тупите, что вас. Надо найти, кто это сделал. Быстро! Мишка, 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 да, 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 да. Правда? Расскажешь нахуй. Да, так на чем, блядь? Ну ладно. Ну такое задание, ну ты говорю, оно такое прям простое и как банально. Дополнительное задание просто. Принеси, блядь. Найди, принеси, блядь, подай, блядь. Говорю, это задание ради задания просто, и все, реально. Вы скажете, чем я снова выбрал? Я им почти не пользуюсь, ребят, вы сами видите. У меня либо, типа, юспом я хотя бы пользуюсь, юспом. У меня либо, типа, юсп, либо снайпа, либо пулемет. Все, слонобоем я не пользуюсь вообще. Поэтому есть смысл его использовать, я думаю, навряд ли. Да, ну прикольное, но в данном случае оно только, ну, я им не пользуюсь вообще. Вы сами это видите, поэтому... Есть ли какой-то смысл? Ля, калаш. Ой, как хорошо сейчас будет. Ой, как хорошо сейчас будет. О. Так, понадобили Кёрку, чё, его, выполним его задание. И, в принципе, на этом все. Финал будет. Бля, реально нет ничего, чтобы поехать. Бля, серьезно, что ли, бля, не пешком пиздовать? 2000, блядь, метров, нахуй, а? 2 километра не пешком, что ли, тебе? Я не пойму, блядь. Бля, ну пулемет это вообще имба, ребят. Я говорю, что в третьей части, я примерно такой же пулемет в третьей части использовал, нет? Да, вроде такой же. Это вообще имба, просто имба. Пулемет это имба. Ой, бля, ребят, идите нахуй. Да ты ебейся, блядь. Бля, реально не на чем ехать, серьезно. Ну, давайте как доберусь, так и включу, чтобы не затягивать хронометраж особо. Сомневаться в Пейгане — это акт государственной измены. Наказание... Потом расскажешь. Так, мы с вами приехали, собственно, да? Да, автопилот, тут реально автопилот — классная штука. Просто включил и пошел по своим делам куда-нибудь. В общем, дело. Я искал последнюю статую. И тебя поймали, так?
Вроде того. Я залез в грузовик, чтобы найти статую, но Бонго второй рано заложил взрывчатку. Я застрял, тачка едет, и спрыгнуть не могу, потому что не нашел статую. А если водитель остановится, то бум! Трансформеры 8! Ты там сценарий пишешь? Чувак, дай мои трансформеры 8, блядь. Я знаю, где есть крутой мини-вертолет. Одежду и мотоцикл. Да, классные отсылки, классные отсылки. Ну, типа, даже не то, что отсылки со Стёбом. Прикольно. Запрещается грабить трупы солдат армии. Всё, только двое, что ли, блядь? Да я не поверю в это. Нашел вертолет и лечу к тебе. Чувак, ты потрясающий. Статуи не нашел пока. И помни, грузовик не должен остановиться. Хоп. Грузовик не должен остановиться. Хорошо. Как скажешь, блядь. У него такие прикольные задания бывают, знаешь, у него прикольные задания. У него прикольный звон, необычный. У Лонгина, блядь, принеси. У этого прикольный звонит. Полетать можно, видишь. Прикольно. Мемчики всякие послушать. Необычно. Чувак, водитель говорит по мобиле и курит дурь. Хочет остановиться пожрать. Взорви лоток с едой. Взрывай, не то он встанет. Его ж на харчик пробило. Все понял, братан, но зовет подмогу. Надо проверить дорогу, чтобы больше не беспокоиться. Фургон перекрыл дорогу, я понял. Блять, он упал! Я виноват, что упал. Вижу тебя, Хёрк. Что за хуйня с игрой, блядь? Вижу тебя, Хёрк.
Водитель говорит по мобиле и куритурь. Хочет остановиться пожрать. Взорви лоток с едой. Что? Взрывай, не то он встанет. Его ж на харчик пробило. Понял, братан, но зовет подмогу. Надо проверить дорогу, чтобы больше не беспокоиться. Мило забаговалось. Фургон перекрыл дорогу. Я понял. Братишка, не хочу выглядеть паникером, но не мог бы ты угнать грузовик. Вот прямо сейчас. Тебе удалось не попасть под пропеллер. Расскажи. Статуя у тебя? Нет, брат, веди давай. Уничтожить машину. Давай. Стреляй. Сяку прибавь, что ли? Не могу мне этот гандон. Нет, блять, такой пидора. Ой. Обсуждаем. Такой гандон просто, блядь. Такой гандон. Просто заблочили, прикинь. Выпали из машины. Помню я эту игрульку. Да, это интересно задание, прикольненько. Йоу, прямо чел! Газку прибавь. Бля, не, не с самого начала, все. Фу. Йоу, прямо чел! Блять! Газку прибавь, что ли? Давай ты, блядь, как бы молчи чуть-чуть, хорошо, блядь. Молчи чуть-чуть, хорошо, блядь. Извините. Не врезаться.
Слона он убил, да? Медиум слона говорил. Да почему он подскакивает этот грузовик? По идее он должен прям проезжать и все. Странная тема. Да, нашел! Прыгай! Познакомьтесь с Хёрком, блядь. Заебись, я его не знаю, как будто бы, да? Чувачела! Я, короче, нашел третью статую. И теперь обезьяний бог должен нас простить. Слышь меня, обезьяний бог? Нас? Ага, тату-братья всегда вместе. Почему ты так меня зовешь? Тату-связь, чел. Нет у меня никаких тату. Кровные узы, чел. У меня есть татуха. Меня и Джейсона. Меня и Джека. А на спине будем я и Аджай. Ты и Джей. Второе круче. Отпад! Аджай начинается с А. Чувак, это все детали. Так вот. Отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Так вот. Отныне ты лучший тату-брат из всех тату-братьев. Хуя, я еще раз повторил. Ну, мне удачи. Не помешает. Бывай. Да. Вот такое вот задание. Да, интересно. Ну это хотя бы смешно и прикольно. А у Лонгина просто принеси, подай. Типа это было интересно изначально. Но когда каждое такое задание, это такое, как по мне, хуй знает. Так, ну да, перед финалом нам придется кое-что сделать. Справишься. И эта машина была... Да. Не, говорю, у Хёрка довольно-таки интересное задание, то есть необычное такие, знаешь, да, там, в принципе, идея одна, типа, забрать статую, в принципе, да, но мы забрали все, вроде бы, помогли ему, и, видишь, они не просто, типа, однообразные, да, они интересны, то есть где-то что-то по-разному происходит, это прикольно. Помню, бля, опять машин нет, ну, серьезно. Как по мне, это прикольно. Нежели вот игру Лонгина, это прикольно было в плане, типа, одно-два задания пройти прикольно было, но когда ты каждый раз задание такое одно и то же, типа, да, там, иди в горы, принеси, блядь, найди и тому подобное, то есть, принеси, блядь, и отдай мне, блядь, вот это, ну, такое, это задание ради задания, знаешь ли, как по мне просто. Типа, просто, чтобы, знаешь, было больше задания и все сделано. Да, там локация меняется, но в целом одно и то же, блядь. Поэтому как так. Да, как так, короче, как так. Получается, не нужно будет сейчас ничего это захватывать, никакие эти аванпосты, просто нужно сейчас будет выполнить финал и все. Прям еблищем туда. Вот что такое? Деревья. Ох, ну шо, let's go.
Мудрость Пейгана Мина, номер 6. Лучше умереть, выполняя королевскую волю, умереть на службе кого-либо, кроме своего монарха, значит покрыть себя позором. Король Пейган Мин. Да зарит вас свет Пейгана. Ну поехали, снова выбирать придется. Хадра. Привет. Или лучше Тарун Матара. Бхадра подойдет. Пока что. В чем дело? Обладать храмом Джаленду значит возглавить Золотой Путь. На кону будущее Кирата. Сабала и Амита борются за меня. А ты сам видел их в бою. Амита хочет уничтожить храм. Говорит, это освободит женщин Кирата. И избавит нас от ненужных традиций, вроде Тарун Матары. Но ведь Тарун Матара это хорошо. Так думает Сабал. Если храм достанется ему, он завершит церемонию, и я стану Тарун Матарой. Он говорит, что только в традициях мы обретем силу. А ты чего хочешь? Освободить Кират. Но я не могу выбирать. А Амита и Сабал не договорятся. Выбор за тобой. Золотой Путь прислушается к твоим словам. Но ты должен понять, тот, кого ты поддержишь, станет бесспорным лидером Золотого Пути. А после падения Пейгана, правителем всего Кирата. Бля, лучше-то никого из них не выбирать, знаешь? Ясно. Я знаю, что делать. Спасибо. Бля, если нам дадут выбор, я знаю, что я сделаю. Че, блять, их слушай, давай послушаем, что они хотят. Сабал. Амита собирается сжечь храм Джаленду. Безбожная тварь! Мало нам Пейгана, еще и Амита помогает ему в его грязном деле. Хватит с меня. Не передать, как Джаленду важен для Кирата и для Махана. Он бы тобой гордился. Защитим храм. Очистим Хадру. Объединим народ в свете Киры. Да, почему ты за нее решаешь? Ну, блин, у него все... Поехала, блядь. Куда подальше, блядь. Ну а значит, почему он за нее решает? Не-не-не, дай послушаю тебе пирамиду. Послушаем, что она скажет. Бхадра сказала, что ты хочешь уничтожить храм. Не просто уничтожить храм. Скорее, объяснить всем, что происходит. В Кирате наступил рассвет. Мы отбросили цепи прошлого. Без Тарун Матары Сабал предстанет в своем истинном обличии, обычным глупцом, сидящим на руинах. Хватай все ценное, потом продадим. Блядь, лучше вообще никого... Но что касается храма, ты должен уничтожить его. Тебе понятно? Бля, можно вообще никого не выбирать из них, пожалуйста, ебать. Охуенно. Бля. Ладно, давай в этот раз Амиту выберем и посмотрим, если можно будет, посмотрим с тобой. Подожди. Посмотрим с тобой. А, я могу только сохранить и выйти, да? Посмотрим с тобой, возможно, если это финал, посмотрим с тобой, что будет, если его выбрать. Собственно, там. Ну, и послушав эту девочку, по факту, ну, типа, Сабал решает за нее, типа, говорит, что вот, представит ее, типа, народу. Решает за нее ее судьбу. А Амита, блядь, так выразилась, ну, типа, ну, как-то хуй его знает, типа, блядь. Почему у них борьба двух интересов, блядь, и все идет.
Золотого Пути готовы тебе помочь. Люди надежные. Ага, учту. Бля, честно, я бы никого из них не выбирал. Вот честно, бля, скажу. Мы готовы атаковать базу. Можешь отправляться с нами или добраться сам. И мы ворвемся сразу, как метеоры. Что было? Ну ты мразь, блядь. Держать позиции! Я за станковый! Понял вас! Осколочная! Блядь. Тебе нужен урок. Как держать? Ебать, мне пизда. Аджай, прежде чем разрушить храм, нужно найти и захватить хранилище с золотом. Если что, солдаты Золотого Пути готовы тебе помочь. Люди надежные. Ага, учту. Да, надежно, нихуя не сделали они, блядь. Лучше самому, знаешь ли. Лучше одному, самому. Что это было отсюда, блядь? Это челики там.
Надеюсь, ты установил взрывчатку. Пора возвращаться на лодку. Немедленно. Амита, со взрывчаткой разобрался. Хотела бы я посмотреть на экипажа, когда это все рванет. Отличная работа, Аджай. Мы готовы отплыть. Ждем только тебя. Я тебя выпотрошу! Бля, водила, просто водила, класс. А, блядь. Аджай, надеюсь, водила просто супер, реально. На лодку, немедленно. Амида, со взрывчаткой разобрался. Хотела бы я посмотреть на эту, когда это все рванет. Отличная работа, Аджай. Мы готовы отплыть. Ждем только тебя. Пизда заставил, сейчас. Да, давай ты еще будешь дольше их плыть. Ты мертвец! Кто говорит, непонятно. Пожалуйста, снежинку, блядь. Типа корабль. Готово, Амита. Спасибо, Аджай. Сабал остался неудел. И Бхадра свободна от этой чуши с Тарун Матарой. У нас есть золото, чтобы выбраться из той задницы, в которую он нас загнал. Вчера наступил рассвет. Вот, Амита возглавляет. Теперь Амита возглавляет у нас с вами пират. Давай-ка пройдем. Следующая серия. Это не финал, ребят, все-таки не финал. Теперь Амита у нас с нами возглавляет Кират. Ну, я по факту с ней, ну, не с ней согласен, а согласен с девочкой, что, типа, ну, решать ее судьбу, типа, как бы, за нее судьбу, ее, типа, ну, такой себе, как минимум. Асабал это хотел, поэтому хер его знает. Короче, я вообще никого бы из них не выбирал просто, и все, блядь, и хуй бы забил уже давно. Вот, спасибо за просмотр, такая серия была, в принципе, все, увидимся в комментариях. Давайте.